Химках прошло еженедельное оперативное городское совещание. Временно исполняющий обязанности главы Дмитрий Кайгородов обсудил насущные вопросы с администрацией округа. Особое внимание уделили обращениям граждан. Еженедельно чиновникам поступает более 1500 жалоб и предложений от жителей. Большая часть из них на тему обустройства дворовых территорий, содержания многоквартирных домов и ремонта дорог. Актуальными тематиками на этой неделе у нас являлись вопросы жилищно-коммунального хозяйства в части текущего благоустройства и содержания территорий. Как мы видим, это подтопление территории, брошенные автомобили, линии наружного освещения. Особо обращаем внимание на тематику состояния элементов на детской или спортивной площадке. За эту категорию у нас ведется особый контроль, так как в летний период она наиболее актуальна. Большинство жалоб поступает с портала «Добродел», часть из социальных сетей и по горячей линии. Некоторые приходят повторно, причем не по одному разу. Есть химчане, которые поставили своеобразный рекорд, прислав свыше 200 обращений за неделю. Поэтому важно не только оперативно реагировать на жалобы, но и проводить работу качественно. Тогда количество повторных обращений сократится.